helicopter. Dire team pick. И взяли гирокоптер. Сильный керри под лича, под дизраптора, то есть под чайник. Очень хорош гирокоптер. Свен готов. И Свен в ответочку сразу же. Вот так вот, а. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Ну чё ж теперь? Какие есть комментаторы, другие не идут, стесняются, наверное. Reserve time. Dire team ban. Забанили аппарата, забанили пака. Итак, какие у нас лайнапы? Инвокер в мид, Бейн. Саппорт, Бэтрайдер. В хард у нас получается. Свен идет фармить. И остался еще один саппорт. Возможно, если уж совсем, то Свена еще могут саппорта взять. Но это маловероятно. Дальше. Вихев Сережа. Найтсталкер хард, Дизраптор лич саппорт и гирокоптер фармить. Остался мидер. Забанили против... То есть последним пиком... То есть последним баном забанили пака. Кто еще есть против инвокера? Пуджа вряд ли мы увидим. Пуджа. Зависит от команд, кто им удобнее. Квапа осталась в пуле. Ну, блин. Даже не знаю, кого они могут взять. Могут взять кого угодно. Большие нет. И задумались над последним пиком Вихев Сережа. Все-таки не хочется проигрывать, хочется еще больше поиграть. Лина, вот, хороший у нас мидер. И сайленсер. Прям сразу затыкать всю эту телегу. И, пожалуйста, дота не лагай. Фух, хорошо. Итак. Представлю команды. Сразу пошел дефолтный санстрайк, чтобы прочекать, кто что закупил. Закупить не очень все успели. Поторопился с санстрайком инвокер, но... Desire, Desperado на личе, Драк на линии, Джампер у нас на Дизрапторе, Фроза у нас на Найтсталкере и Элунес на Гирокоптере. Это была команда Вихев Сережа. Дальше. Команда Покер Старс. Харик у нас на Бэтрайдере, Махин в миде на инвокере, EKZ Сайленсер, Манифеста Бейн и ВХС у нас Свен. То есть фармящий Свен. И разбивает здесь смоук. Не подождали Свена. И походу здесь идет трипла в хард, раз Свен сюда идет. И идут отжимать. Здесь оставляют одного гирокоптера. Здесь 4 героя на верхнюю руну. Думаю, то, что трипла у них пойдет в изи. И попытаются отжать эту руну. Но здесь вот такая вот банда террористов. Будут искать. Здесь бараж прокачан. Есть пакет. И видит. Давай, пакет. Все, хорош. Цепанули у нас гирокоптера. Занимают позицию. Будет санстрайк. Сразу стан. И это First Blood. Плюс 2 интеллекта для EKZ. Сразу же. И забирают они здесь руну. Не очень хорошее начало у гирокоптера. Очень все плохо, придется возвращаться на линию пешком. Саппорты сейчас к нему подтянутся. Лич, возможно, еще, да. Схавал он уже крипа. И подходит у нас. Тоже здесь стопит EKZ. И пауза. Сразу Лина ставит паузу. Возможно, там проблемы с компьютером какие-то в зале. Ну, посмотрим. Фроза здесь с вардом. Все, готовы продолжать. И посмотрим, что у нас будет в миде. Сразу пошел сайленс, а Кейзе тут мешает, чтобы не фармил драк.
на линии. Нельзя. Инвокер у нас пропуленный. Посмотрим. Здесь вот уже вард поставили. Это когда цепляли на ФБ. И гирокоптер здесь пытается фармить против Харика. Нету пока стиков. Тот будет его заплевывать напалмом. И видит здесь Фроза. Будут пытаться его гонять. Будет ли пакет? Пошел Сала. Да, есть пакет. Сейчас Свен будет будить. И еще и Санстрайк. И это, скорее всего, минус второй килл. Да, минус второй килл. 2-0. Хорошо сыграно, очень хорошие связки взяли. То есть инвокер на санстрайк и опять пауза. Здесь лично мид пришел. Но очень хорошо сыграли. То есть пошел сайленс. Найтсталкер никак не может его сбросить, убежать не успел. Пошел пакет, стан, санстрайк. То есть очень хорошо все сыграно. А здесь бутрайдер уже начинает вылетать. 5 стаков у нас на дизрапторе. Он мог его сейчас сжечь, но защищает своего саппорта гирокоптер. Но 5 стаков это, конечно, жестко. Очень жестко. Здесь подфармливают леса. Пытался, но закончился у него Firefly. Так, запись мы не прекращали. Запись идет с момента того, как стрим упал. И здесь в миде напрягает Мохина. Лич не дает. Сейчас еще... Нет, не задул драк. Были бы... Большие проблемы, он себе уже несет фласку, инвокер. По крипстату у него 7-0 всего. Здесь выходит ганг, пошел сайленс, и все. Фин. То есть не финскрип, а брендсап. Но инвокер здесь спасибо. Очень каленый. Сейчас вот фласка отъедается. Тяжело, тяжело ему. И еще фласка ему идет, то есть его саппорты отхилили. Здесь Фроза у нас стоит с регеном. Здесь, скорее всего, сейчас стаки, возможно, будут делать. Для бетрайдера того же, чтобы он драгера зафармил быстро. Здесь дизраптор пытается зонить его, но у него это не получается. Сразу получает напалм в лицо за медло. ВХС здесь фармит. 14-7 у него крипстатс, кстати. Лина здесь в меду тоже фармит. И умер бетрайдер. Да. Через глимс. Ворота глимс и... Забрали. С помощью Бериджа. Да выпендривался. Бетрайдер слишком нагло себя вел. И тут пошел сайленс. В миде у нас инвокера принимают. Был ли потрачен стан? Да, стан был потрачен. И... Да, инвиз. Не дают спокойно Мухину стоять на линии. Знают то, что инвокер это его сигнатурка. И... Может он на нем накатать. Что на топе? На топе у нас пока все спокойно. Нет гангов, то есть вот на миде экшен, потому что здесь лич все время тусуется. И не дает Мохину спокойно жить. Просто вот он харасит его. Ну хотя экспу чуть-чуть личит, но так. Пойдет. Лина не жалуется. Зато инвокер не фармит. Хотя нет, 17-4. То есть вырвался. До этого у него был 7-0 и перефарм со стороны Лина был. И здесь видит Деспирада, контролит он руну, пошел сайленс, смог, взял хосту и убегает. Был пакет, но быстро разбудили, то есть там сам Бейн его разбудил, потому что бесполезно, потому что на хосте его не убьют. Здесь вот на дабл спаун отвод, очень качественная джампера. Сейчас линия Харику, так, еще и Бейн убирает, лич на хосте все еще убил. Еще здесь у Мохина проблемы. Маны на инвиз нет. Минус Мохин. Лич помог. И надобило. Не очень все хорошо в начале начинается. И пошел бетрайдер контролить руну, потому что ничего другого ему здесь не остается. Может как-то попробовать Firefly поконтролить крипов. Забирает руну. Сейчас еще и у Лины могут проблемы быть. Начинает жарить, накидывает напалм, Лина горит, и санстрайк мимо, но и Лина стан также мимо, и сейчас будет динаиться. Нет, убивает бетрайдер все-таки. Все-таки убивает бетрайдер Лину и зарабатывает себе нужную так ему голду.
На топе ВХС также фармит. Пятый уровень. Мормит Баск уже у него есть. Второй уровень у нас Бейн. Найтсталкер пятый. Ночь. Но он реализовал, они сходили, убили Бейна и все. Пока больше никак. Больше никак Бейн себя не реализовывал. И ночь также Фрос тоже не реализовывал больше. Сходил один раз, убил. Подбежал еще на мид инвокера, они убили, и все. Инвокер идет через фаржи, будет делать мидас, чтобы быстрый левел набрать, так как инвокеру не очень так-то важны артефакты, лучше левел, чтобы способности больше дэмэджа его наносили. Здесь вот стаки опять для Свена. Получится, да, получился тройной стак уже. И это Свен потом будет фармить, потом какой-то даггер выфармливать, и все. И нормально будет. Дальше, здесь идет сайленсер. Видит лича, вот за счет этого очень качественного варда, видит лича. Нет, спалились. Спалились, начали выходить и спалились. Лич подъедает крипов, есть ранквилл у него готовые, на базе лежат. В миде инвокер у нас умирает. Вот я опять пропустил. Даже без лагуны. Все очень плохо у инвокера, 0-2-2. Никак он не нафармит мидас свой. Ну, зато очень хорошо у ВХСа, 6 уровень, 780 голды. Себе несет ботл даже, бэтрайдер еще. То есть у него полно регена, еще и ботл летит ему. Все очень хорошо, и здесь вот стаки. Пошли они делать отводы, сейчас все это зафармят. Тележка согрелась, то есть один крип только ушел, и все. Просто так. Тройной стак этот Свену бы очень хорошо зафармить было. Ну и тут лич пришел, лич пятый уровень, уже скоро шестой, скоро будет уже Chain Frost. Появились фейзы у нас у Лины. Нохина пока 1300, чуть-чуть не хватает на медас. Бэтрайдер здесь закидывает, пошел Глиимс, и все, не уходит Бэтрайдер, Харик умирает. Сейф, не сейф, нет, выживает, выживает Харик, не докастовался Бэрэш, и будет ли Санстрайк? Нет, сразу уходит на базу. Но здесь Лина прям доминирует Мохина. Здесь еще и Лич, и Найтсталкер пришел 6 уровня, но не качал ультимейта, как ночь сейчас идет. А ВХС тем временем фармит. Здесь тележка стаки разминает просто и все. Ух, там эмоции в зале. Параллельная игра также идет. Еще одни лузера. Ну, их осветить мы, к сожалению, не успеваем. Нет у нас такой возможности. Так что пока смотрим вот эту более интересную игру. Здесь совершенно неожиданно, без борьбы, 2-0. У нас отвалились покерстары. Ну, и здесь вот вылез у нас Найтсталкер, дал войд и ушел. Убежал. Увидел, что там много народа, курьер. С бутылкой летает. Прилетел дизраптор. 6 уровня с ультимейтом, кстати. Это очень хорошо. Ну и здесь фармит у нас гирокоптер. Гирокоптер у нас с барабанами будет. Но пока их еще нет. ПТ от Свена. Есть Владимир Феринг. Простите, Хельм оф Доминатор. Доминатор у него есть. Скорее всего, следующим будет Даггер. То есть ПТ, Доминатор, Даггер. Такой у него будет. Айтем билд. И здесь пытаются сейчас принять Фроза. Выходят опять саппорты, но здесь сзади Лич. Почти 6 уровня. Так, пошел молоток. Пошел скилл Лича, и все. Все разбегаются. Фростбласт. Так, ну есть уже медас у инвокера. У Лины тем временем фейзы. Нулик. И, скорее всего, линзу будет. Так, здесь заслипали. Пошел санстрайк. И все, это минус лич. Плюс 2-6 интеллекта уже. То есть, вот помощь инвокера. Квасвекс. Через санстрайк очень хорошо так убивать. То есть, лишний скилл. То есть, этот санстрайк не лишний скилл в драке. Так, тут Харик. Пошел кулдаун. Но Firefly еще не заканчивается. Он может куда-нибудь улететь и сделать эпаут. Да, вот делает эпаут и убирает. Умирает все-таки, умирает Харик.
Не дали ему сделать тэп-аут. И минус Харик в очередной раз. Второй раз он же умер. А здесь ВХС Тауэр пилит. Ему никто не мешает. Развлекают другие лайны. Дизраптор пошел ставить вард. А его видели. И сейчас будут убивать. Бежит на хосте АКЗ. И все. Минус джемпер. А зачем заслипали? Вот. Минус интеллект опять. Видели его вот на этом варде, который Бэтрайдер заблаговременно поставил. Думали, это, тут уже стаки эншентов. Тройной стак. Так, потери пакетов не нужно, пожалуйста. Мы хотим нормально турнир доиграть. Тут видят то, что прирученный крип. Так, пошел колдснэп, но увидел он сразу сталкера и уходит. Сейчас Мухин опять отъедет. Так. Лагуна, все. Зачем он пошел убивать Лину, я не знаю. Один, может быть, и убил, но там сразу Фроза появился и подбежал еще и Дизраптор. И убили его через лагуну. Тут опять стаки. Уже 1100 у Бэтрайдера. Здесь тройной стак эншентов. И вот еще раз пытаются отвести. Нет, не успеет. Или забанил вард, или все-таки не успели. Здесь опять гонят у нас на сталкера. Но если что, на подсейве есть. Элина прилетает. И это Staff of Wizard. У нас получается Юл. Да, Юл делает. И опять пауза от Лины. Так, возобновилась игра. И медалька у инвокера. Вот так вот он решил. Минус армор делать. То есть, ну там с фаржей минус армор, с медалькой минус армор. Нормально, и сам себе брони прибавляет. Здесь видит Лича. Герокоптер у нас аквила барабаны. И здесь опять на Мохина выход. И не успевает его заслипать. Наступает Сайленс Бейн. И такие дела. Пакет на голову Личу. Лич шестой. Чайника нет, но есть стики. Появится. Влетает Бэтрайдер. Прилетает Свен, подрубает ультимейт, пошел в чайник, но там уже всех убили. И еще и глимпсанули Свена, то есть пришел, убил, еще и глимпсанули на другой лайн, нормально. Еще и... тут еще и Лич зафармил. Но драк свирепствует. Бэтрайдер он еще убивает через лагуну, есть и Ул уже, и тысяча сверху. Но Герокоптер все это время ходил, фармил. У него появляется Морбит Маск. И все, но у Мохина дела совсем плохи. Не дают ему поиграть. Сэндж появляется у нас у Свена. Не будет никакого блинка. То есть будет Саша Яша. Тут, в принципе, эскейпов ни у кого нет. То есть Дизраптор может только блинкануть, соответственно. Не блинкануть, а глимсануть. И Герокоптер здесь убивает АКЗ, пакет на голову, но поздно слишком. И сейчас запалят стаки. Да, видят стаки. И пошел расстреливать. И забанили еще эншентов. Джамперу здесь очень плохо. Пошел финсгрип у нас на Герокоптера. Пошел глобал, первый глобал. Пошел стан от Свена, минус 2. Еще и джампер здесь умрет, не закрылся Харик, и это минус 3. Но Свен байбекнулся. То есть не Свен, а Сайленсер. И сейчас он умрет. Да, умрет Свен. Ну и здесь ВХС пошел фармить стаки. Очень-очень быстро они отлетают. Здесь еще и Рошана пилит. Хочет соло Рошана убить? Или что? Что это за игра? Не поддержали тиммейты инвокера.
Radiant's bottom tower is under attack. The direst elements are pelting Radiant's bottom tower. Так, опять тусовка на миде. Так, надо уже открыть нетворс. По нетворс у Свена у нас 8400, 7700 у нас идет. Лина 6800, гирокоптер. Пришла подкрепа. И глимсанули у нас Бэтрайдера. Только прилетел, сразу глимсанули. Зря деньги потратил. Ну и счет так-то 10-10 по графикам у нас преимущество. Вихрь Сережа. А, нет, минуту. Преимущество покеров. И по голде тоже чуть-чуть покера впереди. Ну, это из-за того, что вот Свен у нас фармит. И забрал он как большое количество стаков. И еще подрался хорошо под глобал. Ну, а здесь Лина. Лина у нас сделает Shadow Blade. Вот так вот. Тоже боевой будет, потому что гирокоптер пока не слишком дерется. 3-2-0 всего. И здесь тоже доминатор. Тоже, скорее всего, себе будет делать стаки. Да, есть уже прирученный крип. Два стака. И сейчас будет драка на топе. Сейчас будет драка на топе. Прилетела курица, прилетели фризы. Но здесь вот заходят втроем. Есть глобал. Пошел в АХС, разбегается. И будет ли молоток? Блинк есть, но нет маны на лассо у нас у Бэтрайдера. И пошел глобал, пошел финсгриф, драга. Хотят очень быстро его зафокусить, получается. Пошел у нас кулдаун на развороте. Чайник прыгает по всем. Но Свену такое ощущение пофигу. Он там стоит один. Всех мутузит и живет до сих пор. Но войдом добивает Найтсталкер. Это 3 в 2 размен. Глимс идет у нас Бэтрайдера и расходится. 3 в 2 размен. Очень хороший сейчас для... Так, Санстрайк. Санстрайк мимо. Очень хороший размен у нас сейчас для Покер Старс. 3000 опыта. 1100 денег получили. Но нанесли они меньше урона, но выжили. Впитали в себя. Свен очень долго держался, но потом его все-таки убили. 1200 на руках. Сайлентер опять пошел. В миде... получать опыт. Тут крадется у нас Бэйн. Пытается спереть руну, а тут мешает ему. Контролит, типа, сейчас дизраптор. Нет, все-таки увидел, дизраптора забрал. И опять тусовки в миде. Ловит Бэйна. Будет ли продолжение? Подтягивается команда. Заслипать? Нет. Не успел. Повесили Сайленс, минус Бэйн. Пошло торнадо по двоим. Сайленсер что-то там пытается. Есть уже мана у Бэтрайдера. Попробует, может, цепануть кого-то. Но без Бэйна, без Свена вряд ли получится кого-то убить. И тут видит, не видит. АКЗ просто получил опыт. И он понял то, что он фармит стаки. Сразу убежал. Сразу здесь вся команда. А здесь Эншиту все еще не разбанили. The Dire just can't resist attacking Radiant's top tower. Блин, даггер у инвокера. Ну, в принципе, 7400 на творс. Нормально еще. Учитывая то, что его гнобили, на 1300 отстает. Все, вот мидер. Так, цепляет у нас дизраптора. Будет ли продолжение? Да, сразу моментально стирает, но тут драк отвечает убийством сайленсера, саппорта на саппорта, но дизраптор успел слить свой ультимейт. И это не очень хорошо, потому что будет 77 секунд еще без своей ультимативной способности. А у сайленсера глобал есть. Соответственно, он реснится, и они могут навязать какую-то драку. Без лассо, правда, но уже через пакет, через финсгрип и так далее. Под глобал очень хорошо заходит. Там пока какой-нибудь лич чайник не даст или еще что-то. И ВХС здесь покупает блинк. Все-таки вот он, блинк, появился после Саши Яши. Здесь тоже блинк. Здесь ПТ. Здесь только кольцо. Soul Ring. Итак, здесь у нас выход был на ВХС. Но он ждет. Здесь у нас Мека подъезжает.
Черна Аганим будет делать у нас фрос. И здесь прорубил он себе лес, ходит. Высматривает, возможно, кто-то. И поймали драка. Минус драк. Через финсгрип. Через сайленсер плюс 2 интеллекта. Уже 18 наворовал. Ну, в принципе, нормально для саппорта сайленсера. К такой минуте. То есть, 6 ассистов, 4 килла. Я в 10 киллах участвовал. Хорошо, хорошо для него. Все развивается. Так, Бэтрайдер на позиции спалил. Крип его, будет ли тянуть? Да, сейчас будет тянуть. Все, пошел к своим. Пошел сразу сайленс. Пошел глобал. И тут минус гирокоптер только вот. Сейчас будет чайник. Убивают сайленсера. Да, вот сейчас. Нет, сайленсер живет все еще. Но нет, все-таки убивает. Пошел чайник в толпу. Но Лич умирает, и чайник только 3 раза прыгнул. И сейчас будет у нас Найтсталкер под ночью догонять. Еще его и подтолкнули, но ушел на хайграунд. Все-таки... Нет, умрет у нас Бэтрайдер. И кого еще глимсанули? Глимсанули у нас Свена. А Свен у нас просто блинкаут сделал. Здесь Лина в Шэдоублэйде. Ну да, то есть... Пентастрайк был, но почему-то не сбили. И смотри, здесь у нас... Фрос в спину, но здесь инвокер у нас в инвиз. Сразу и никого не нашел. Повезло. Очень повезло. Так, Свен пошел дальше фармить, они подрались. Графики у нас 5000 покерстарсы и 5000 также покерстарсы. То есть по XP, по голде, пока они впереди. Здесь просто проверяет у нас инвокер, кто там на хайграунде. Хотя Vision здесь есть, просто целился. Непонятно. Здесь, скорее всего, гирокоптер будет приобретать БКБ. Ogre Club он себе уже купил. 1400 денег есть. Потому что БКБ тут нужно. Хотя Фингзери пробивает. Да, пробивает Фингзерип у нас. Сайленсеру сейчас нужно отсюда уходить, потому что здесь Лина. Хотя на Сентрик она сейчас найдет, он ее увидит. Да, видит Лину, видит Лину. И это минус сайленсер. 4 героя окружили. Загулял. Загулял братишка, но тем временем Т1 внизу они убили. И еще и гирокоптера приняли. Вот это я пропустил. Через фаржей, через стан, через ультимейт. Все-таки нашел Свен. Того, кого там можно подкараулить. Вот здесь он себя убил. И они пошли отпушивать Т1 уже в миде. 17-19. Вроде как ровная игра. Чуть-чуть у нас впереди покерстарсы. Но в замесе пока они выигрывают. Уже вот инвокер опять. Как я и говорил, Лина. Соло фраги они делают. Лина опять вот ТП-шнулась. Убила инвокера через Шэдоублэйд. И лагун. Ну да, то есть вот один фармит он там. Вначале в центре, а там очевидно было просто квадратка. Вот. Так, сейчас. А затем он зачем-то полетел один вниз, без своей команды, не видя соперников на карте, просто фармил. Вот. Такие небольшие ошибки они допускают. Так, глимсанули на месте. Повезло сейчас АКЗ, то что он там много не ходил. И его глимсанули. И продолжается игра. Тут вот тоже забанили в ответ эншентов. Ну, такие керри, которые очень зависимы от стаков эншентов. Да. То есть они сразу как появились доминаторы, и один и второй начали себе стакать. Угу. И каждый уже по пачке забрал. Эти герои половину своих денег берут вот как раз вот с этих нейтральных больших крипов. Здесь вот Махин в позиции. Да, очень интересная медалька от него. Но он радует нас сегодня необычными сборками. Но он что-то выиграть никак не может. О, да, еще бы побеждали бы эти сборки. Вот его опять в начале игры начинает очень прессовать. В начале этой игры тоже прессовали. И вот сейчас ранний заход на Рошана. Вторая попытка уже соло Рошана убить. Почему-то поддерживает.
пошел в угол. А, здесь Харик у нас умирает. Нет, Фингрим. Еще и Фингрим здесь. У нас Линза, поэтому только забирайте. Дальней. И минус Лина. Забайтили. Ну, потратили слово. И сейчас отдаем Рошан. Не знаю, что там Рошан. Очень огромные преимущества набирает свою команду Покер Стар. Да, потому что сейчас Рошан. Убили еще кор-героя Лину со стриком. Ну, Толкнет Вор все-таки убили. Ну да. И плюс еще Рошан. Сейчас они могут идти пушить ТВРа. Три таура у них осталось. БКБ у Свена раньше, чем у Гирокоптера. Гирокоптера еще чуть-чуть осталось на рецепт. Да, сейчас они пойдут, будут забирать внешний Т2 ТВРа. Да? В пятером спокойно, да. Под Бетрайдером. Реализовывать вот они, план, то есть... И в итоге сейчас, что советовал бы команде Сережа, это бегать драмы и стараться сплитпушить, забрать хотя бы один наверху. Вот сейчас нужно какого-то героя поднять наверху. Но они как просто стоят, и что они пытаются, они ждут, когда Бетрайдер будет. То есть они стоят и ничего не делают. Но в итоге они хотят драться, по-моему, это ошибка. Лина загонила, заходит сразу Бейн и минус. Да. И у нас старт подходит. Вот сейчас Герокоптик мог пойти наверх и пропушить линию, сломать Т1. И в итоге получился размен в вышку на вышку. Но они просто стояли. Стояли, ждали. Да, но... и причем очень рисковали попасться под особо трайдера. Или под обрыв Свена. Не знаю, то ли мандражируют, то ли что, но ошибочки такие. Опыта, может, не хватает. Ошибочки такие странненькие от них. Но они тренировались на нашей команде. Пару раз мы с ними играли тут в библиотеке, собирались, приходили. Один раз они нас даже выиграли. Так, посмотрим. Уменьшили мы звуки доты. Должно быть сейчас нас нормально слышно, в принципе. Сколько народу сейчас смотрит? Сейчас нас смотрит 30 человек. О, всем здравствуйте. Подошел, не поздоровался. Это Адмай у микрофона. Так, еще чуть-чуть я прибавил микрофон. Должно быть нас получше слышно. Аеги, кстати, у нас Линвокера. Заколебали меня убивать, покусить. Аганим себе приобрел. Ну, Аганим... Свена сейчас практически невозможно убить у них. Да? Если только зафокусить от него все скиллы, свои способности. А если не потратить все в одного Свена, то остальные герои просто убьют. Вот Свен летает, кидает молоток под дабл дэмэджем. Нет, там на броне лича не так хорошо приятно. Кстати. Так, пошел Бласт, Метеор, Лич. Лич умру, одно. Но, и ВХС тут БКБ врывается один, вся команда сзади, но он загуляет сейчас. Неправильно он начал рваться, надо было просто бить вышку. Ну, БКБ на БКБ, занервничал Герокоптер. Да. Хотя что нервничать, стан там был в КД. Ну да ладно. Так, урывается Свен, опять минус дизраптор. Так, да, минус дизраптор это был. Очень сумбурный драк получается. В итоге команда Покер Стар сейчас отойдет, потому что нету ульты у Свена. Они отойдут, дождутся. Ну, вышку они забрали, то есть нужно идти по третьей линии уже, тоже ломать ее. Пока есть преимущество, то есть по графику у нас уже преимущество опять скакнуло. Да, графики еще не появились. 5000 по золоту, по золоту, 7,5. Ну, остаются еще шансы у Сережи команды. Остаются, но им нужно очень грамотно сейчас играть. Да, очень грамотно драться, нужно попробовать, как они это и делали. Линия опять соло цели цеплять. Так, меня, по-моему, зовут что-то. Вот и деньги. Так, и Бэтрайдер здесь уже Blink for Staff. Есть у него закуп джентльмена. Стандартный закуп Бэтрайдера, чтобы зацепить цель и привести ее максимально быстро к своим. И здесь Лина... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас будет ВХС. Садимся умирать, АКЗ, и сразу два вот, чтобы никто не подцепил, потому что на вражеской территории сюда сразу же уже оторвала, летит у нас Свен. Прикупился оторвала, прикупился Кристаллис, очень много денег Свен поднял. 2200 хп,
еще и потом из Доминатора у нас будет. Ну, Сверм просто машина для убийств в данной стадии игры. Да, очень сильный герой сейчас. Но на самом деле ему очень мешает броня Лича. Потому что он бьет и он тормозится, и его просто с помощью этого начинают кайтить. Ему очень тяжело вот так вот ворваться и убить кого-то с прокат, ну, да. с пару ударов во время стана. Так, и вот у нас гем появляется у Фроза. Заходи, он уже, кстати, соответственно, вижу у него большой, буду девардить свои леса, чтобы... Не так часто их ловили, то есть тот же Фингри, потому что у Бэйна линза уже есть. Здесь он в инвизию ходит, также хочет кого-то подцепить. Все было бы хорошо, если бы не такой маленький нетворс у Герокоптика. Да, всего 12 тысяч. Да, ему катастрофически не хватает урона. Потому что у него только БКБ, доминатор, барабаны, все. Да. То есть он на статы запакованный, 180 урона, это не ну, о чем. А что толку, если нету урона? Да. Вот. Ну что, хотят зайти... На ХГ очередная попытка. Ну, лича нет. Где-то там драка началась в лесу. Так, здесь убили под лича. Глобалом убили лича. То есть на миде здесь под глобалом выцепили Проза, но тут на развороте убили Дизраптора, убили Бэтрайдера. И под ультимейтом бегает ВХС, разрезает Герокоптера. И Лина пришла. Лина, нет инвиза. Нет, есть инвиз. Не понимаю, зачем они начали драться в лесу, не у себя на хайграунде. Это тоже очень грубая ошибка. Видели, как мы разъебали? Нет. Нормально все вообще было, ебать. Просто куры ебаные продажи. Просто куры, блядь. Вообще, блядь. Куры, блядь, 10 минут не можешь ворды, там. И все срутся, и все куры куда-то летают. Да, раз короче, догон летит, блядь, 5 минут, ебать. Он уже повышается на 2 левела, ебать, когда прилетает. Нихуя не весело. Так. А у нас тем временем игра продолжается. Ладно, пошли. Сань, только это, аккуратно. Оторви его на ушел. И вот он доедался. То есть осталось грейдануть нам сатаник. И все, и муншан схавать. А сколько секунд у БГБ осталось у Свена? У Свена? Да. 8. Довольно-таки много. Не так часто он его... Юзал. Вот. Это еще одна главная. Самое опасное время для Сережи это 8 секунд БКБ Свена. Да. Ну, итак, смотри, попытку сейчас. Убить, попытку реакция. Убить. Опа, все, пошел. Он сейчас подруга, он сейчас всех зарубит. А первый пошел, второй пошел. Смотри, Рэмбо, третий пошел. Давай, четвертый. Рэмпач будет у нас? Нет? Нет, замедлили, очень сильно замедлили. БКБ врубил Герокоптер. Все, он просто пришел, нажал две кнопочки и пошел их рубить. Как же слабо сейчас сыграли Лич и Дизраптор. Это просто ужас. И на что надеялась Лина? 2600 хп. Без поддержки Герокоптика. Как убить? Да? Просто, ну, он да. Думал, типа, не сможет среагировать. Всадил бы Лина 900 своих урона чистого. Окей, остается 1800. Там БКБ. Затем прожимается БКБ, ну, и мы видели. Да. Два удара. Да. Два удара, и нету Лины. 15 тысяч нетворс и нету просто двух ударов. Очень глупые действия. И затем саппорты, просто они стояли. Смотрите. Смотрели. Смотри, кушай нас, кушай, друг. Вообще игра саппортов, это вот когда видишь такого Свена в БКБ, ломиться куда-то, не знаю, в леса убегать, бежать прятаться, надо. Бежать щемиться. Надо, да. Ну, они зачем-то били с руки его. Да, очень полезно. Так, 4200 у нас у инвокера. Что он себе может? Хекс, возможно, какой-то купить? Да, не думаю даже, что Хекс. Ну, тут миллион вариантов, чем собрать. Посмотрим. Сейчас чекать, новый модный Октарин. Ну да. Чтобы чаще давать прокасты. И проблема у нас у сайленсера. Можно хиксы делать, можно что еще. Да хоть и урон собирать, неважно. Чтобы тут выиграть, тут уже, не знаю. Пойдем пошлем, если там что-то какие-то проблемы, посмотрим. Хорошо. Нужна рапира на Герокоптере. Возможно, это как-то спасет. Ну, также нужно грамотно подраться опять. Надо кайтить, не давать. Не давать Свену бить. Бить. А как, чем не дать? Дизраптором? Ждать 5 секунд БКБ. Ну, даже у Дизраптора ведь нету стана. Ну, кинет он
молчанку, ну, да, свою. Ну, глимсануть, если только, и потом текать. Только так он сможет спастись. Лич. Вот еще одна. Лич может, ну да, он замедляет неплохо. Вот. Затем Лина. У Лина какая сборка? Поднять в Юлу и тоже текать. Да. Возможно, какой-то родопотоз кому-то. Как его убивать, непонятно. Но вот тут вот именно нужен хекс. Возможно, Лина и копит. Хекс. Робов Атас. Ну, тут есть и так куча замедления. Нужны дизейблы, нужны хексы, нужны супербашеры. Ну, на ком? Сейчас. И нужно много урона на Геракопсию. Да, пока он без ничего. Рапира. Ну, рапира ему как раком. Да. Бабочку делает. Бабочку делает. Куда Петрошан опять Зокер забирает, и сейчас пойдут уже на ХГ заходить. Есть глобал, есть форстав. 24. Ну да, я не думаю, что сейчас что-то спасет, если только грубая ошибка. Они прям просто так тактикал фит пойдут. Скучно. Если им станет. Ну если вдруг станет скучно и пойдут просто проигрывать вторую игру подряд, то возможно. Но что-то мне не кажется, что что-то может спасти Сережу. 25 тысяч на Свене с отрывом 10 тысяч от Лины, которая умирает за 3 удара. Или за 2. Вот он под ультимейтом пачку крипов с этого. Пачка крипов для него это не проблема. 400 крипов. Он также вражеский герой будет бить как пачку. Пошел у нас замес, вытаскивает Фроза, Глобал, Герокоптер там что-то пытается сделать, но... Зацепили Герокоптера в ульту Бэйна, это развал. Да. Ну, что я ожидал? Развал кабинетов, все. Герокоптер байбек, но это ничем не поможет. Что он сделает? А Герокоптер, он как крип? Да. Вот ГГ такой большой крип. ГГВП. Мега крип. Чем мы спухим, например, да, сейчас? Yes, Radiant's bottom barracks are under attack. Double let the wind carry word of Dire's great victory. Итак, выигрывают у нас PokerStars, идут дальше по сетке лузеров, а DHF Сережа выбывает с турнира. Следующая игра. Кто у нас?